Ну, не знаю, человек устал. Тяжело перелеты, сами понимаете. Ему, конечно, уже, он, конечно, хороший был президент, но ему тоже нужен отдых. Ну, на самом деле, это их внутреннее дело. Но я думаю, что у них все будет потрясающе и отлично, с учетом того, что все прошло у них мирно. И, ну, так, по-конституционному, да? Как бы нам человека, конечно, уже надо на отдых отправлять. Он уже хорошо поработал. 30 с чем? 29. 29, ну, чуть ошиблась. Все отдыхает. Здоровьем. Что еще? Назарбаева или я лично ничего, потому что он не наш президент. Серьезно. Наверное, восхищение. Он пошел по отличному пути от центральноазиатских государств. Ну, наверное, немного неопределенности, что будет с Казахстаном в дальнейшем. Что кто будет, как будет развиваться. И надежда есть, что у них все уйдет благополучно. И вот этот переход будет мирным для народа Казахстана, ну и для нас, как соседей. Правильно делает. Вот мудрый человек. Надо вовремя идти. Не надо вот держаться за кресло. А мы какое отношение к нему? Интересно просто, это наши соседи ведь. Ну, я вчера узнал об этом, но он из политики не уходит, как я понял. Дело в том, что он остается председателем Совета Безопасности, а он по Конституции выше стоит президент, то есть имеет право давать распоряжение. То есть все равно он будет руководить республикой. Так и так. А почему он отдает свою эту президентскую должность, видимо? Скорее всего, он хочет просто дать дорогу молодым. Это раз. Второе. Сидит на несколько креслах, ему уже самому, видимо, уже надоело. Он кем остается? Председателем партии Нуротан, председателем Совета Безопасности. Видимо, вот этого ему хватает, чтобы руководить республикой. А нового президента, видимо, выберет сама партия Нуротан. Скорее всего, он уже подготовил преемника. Будем даже откровенно скажем, наверное, своего внука. И дальше уже будет свою политику через него проводить. Я так думаю. Я ничего не чувствую. Я в Кыргызстане живу. Но это все-таки наши соседи близкие. По поводу Назарбаева, президента Казахстана. В связи с его отставкой, что вы чувствуете, как кыргызстанец? Ой, это я скажу вам больше. Это большая потеря, можно сказать, для Казахстана. В том числе и для Кыргызстана. Но он как президент, он как человек мне нравится. С него можно было бы взять большой пример, допустим, нашим президентом, да, имеется в виду. Но он много чего сделал для Казахстана, так что народ должен быть благодарен ему за его службу. Вот. Я сам неоднократно бывал в Казахстане, так как бы там народ в достатке, хорошо живет. По крайней мере, я столкнулся с хорошими людьми. Меня как-то это не сильно интересует, честно говоря. Но самое главное, чтобы там было спокойствие. Сейчас говорят, на границе какое-то там скопление народу и все такое. Ну, машины там что-то не пропускают. Самое главное, чтобы мир был. А все остальное, как говорится, придет другой руководитель, не менее талантливый, умнее, чем Назарбаев. Я думаю, что там уже он давно приготовил своего преемника, так скажем. Любопытно. Ну, интересно, что будет дальше. Я не поняла, что произошло, почему. Мне еще не читала. Но вообще интересно. Пора уже ему давно в отставку. Ничего. Надо уступать дорогу молодым.